Класс участвует во флешмобе. Здравствуйте, это мы. Надо сценарий написать. Ух ты! Что это? Вирус какой-то. Как вы туда забрались? Она думает, мы отсюда не можем выбраться. Позвонить-то некуда. Ребят, ну у нас же новый учебный год. Ну как же вы? В этом классе должны быть ваши самые светлые воспоминания. Если смогли они, то получится и у нас. Вингардиум апостроф. Правильно, апостроф, а не апостроф. Что-то мне подсказывает, что настроение профессора сегодня не очень. Почему, когда что-то происходит, вы трое всегда рядом? Профессор, я задаюсь этим вопросом уже на протяжении 10 лет. Я дерзко гениальная. Самая избитая тема сочинения может приобрести надлежащий вид, только если хорошо подготовиться. Я убеждаю себя, что это было лишь игрой моего воображения, никому, кроме меня, не причинил вреда. Как ты справишься с этим одна? Она не одна. Вы недооцениваете силу невыученных уроков. Если вы не собираетесь сражаться, вы столкнетесь со своей судьбой. Всегда делись тем, чему ты научился. Это грандиозно! Ребята, я не знаю, как вы это сделали. Господа, прямо по курсу остров знаний. Но как мы туда доберемся? Нам предстоит пройти самое сложное испытание – ЕГЭ. Может быть, это даст вам ответ на все наши вопросы, сэр. Капитан, у меня есть идея. За мной. Мы завоюем драгоценные знания. Так точно, капитан. В нашем классе у ребят всегда есть возможность проявить свои лидерские качества. Научиться грамотно выражать свои мысли. Отправиться в путешествие за новыми знаниями. Раскрыть свои творческие способности. Здравствуйте! Это мы, новый педагогический класс.